Все, можно? Значит, сейчас будет производиться первый заплыв из двух. В первом заплыве дайвер в ластах поплывет в полную силу. Я буду плыть по мере возможного, то есть как буду считать нужным. Если он будет отрываться от меня, я буду догонять. Если он будет отставать, я его буду ждать. Потом мы делаем перерыв и меняемся местами, так скажем. Я на сибайке буду плыть в комфортном для меня, но быстром стиле. А дайвер будет плыть просто в комфортном стиле. Для того, чтобы просто посмотреть, сколько у нас займет это времени и сколько мы израсходуем воздух. Ну что, приступаем, да? Да. Давайте. Дайвер в ластах пока побеждает. Велосипед догоняет. То есть на длинной дистанции получается, что велосипед хорош. Примерно 100-150 метров они проплыли. Шестой проход. Сравнялись. Велосипед выигрывает. В велосипеде теряется время на развороты. Но Паша курит. Ну, фактически одновременно. Устал? Дима, устал? Нет? Нет. Не устал? Если бы алюминиевый баллончик еще у меня. Паша, был. Паша, устал? Нет? Говорить не можешь. Можешь говорить, нет? Могу. Ну как? Ну хорошо, что 250. Ну, вначале ты его сделал, а в конце, конечно, он тебя. А мы не вовремя? Не одновременно? Ну, он опередил. Он терял время на разворотах. Ну-ка, посмотри сюда. Не, нормально. Ну, ты терял время на разворотах. Да. Вот. Вначале, конечно, он вперед. Потом ты выровнялся, и ты меньше устал. На самом деле, я привык плавать с алюминиевым баллоном. И со сталью у меня вообще не было практики. Еще ни разу. Приходи к нам в клуб, мы тебя обучим, научим. И продадим сертификат. И продадим стальной баллон, да. Баллон это уже бонусом пойдет потом, когда научишься. Да.
Так, ну сейчас что у нас будет? Мы сейчас отдыхаем минут 10 и второй заплыв делаем. Спокойный, то есть дайвер плывет спокойно, в спокойном стиле. Ладно. Усилия на ноги несопоставимые с ластами. Если надо будет проштрактерить километровый, там, двухкилометровый риф, то милое дело. Крутишь педали, не устаешь, сила дует, едешь. Да. То есть струй, сила хорошая. Очень неплохо, да. Но не очень удобно вот это на поясе вся обвязка. Ремень на маклок давит. Спереди бандаж. Ну, потому что это дело привычки. Не то, что он там натирается, а просто непривычно его ощущать. А так что, работает. С третьего прохода уже проблем никаких нет. Прошло примерно 12 минут. Второй заплыв. Поплыли. Дайвер возвращается, и где-то тут же рядом велосипед. Надо сравнивать расходы воздуха. Дайвер плывет спокойным темпом. Опять возвращается. Это велосипед. А дайвер где-то там. В общем, больше снимать не буду. Нужно сравнивать расход воздуха. Это уже сделает Борис, когда снимет логи с компьютера.